В чем будут начисляться бонусы по партнерской программе? Я уже сказал, сейчас в юнитах, которые вы можете вывести куда угодно, там, так вот как сейчас юнитами в Свигере. Потом мы готовим программу, где юнит будет это как криптовалюта. И мы будем начислять в кабинет UGPay вам криптовалютой, только не юнитами, а криптовалютой, потому что криптовалюты юниты, они у нас для другого там созданы. Это как система, ну, в общем, это потом я уже объясню, это очень интересно. Это как раз входит в те все мои планы, которые я себе планировал, не знал, как это сделать, а потом выяснил, что класс, это так можно сделать. Так вот, мы будем криптовалютой один к одному с долларами. То есть это фактически в долларах будет, но только криптовалютой. Таких есть три криптовалюты в мире. USDT, еще какая-то, в общем, три, которые один к одному с долларом, есть один к одному с евро. Да? И вот один к одному с долларом у нас будет. И вы потом через UGPay банкинг хотите на доллары менять, и прям там внутри кабинета, хотите там на евро, хотите там, не знаю, акции какой-то компании, может, купить, там захотите, которые там будут, инвестиционный инструмент. Еще один маленький нюанс, смотрите. Совсем недавно приняли это решение, оно будет стопроцентное. Вот в первый период, чтобы войти в криптоюнит, вот 400 юнитов нужно заплатить в марте. И 400 юнитов останется в апреле. И вот сейчас решается вопрос, и мы до внедрения мы это объявим. То есть, чтобы зайти сейчас в закрытый клуб криптоюнита, нужно заплатить 400 в Skyway. Ну, в Swig. В Swig, да? В апреле эта сумма будет уже не... Чтобы зайти в кабинет закрытого клуба криптоюнита, нужно будет платить 400-650. А в июне эта сумма будет уже 800. А в июле она будет уже 1000. То есть, эта сумма не будет уменьшаться. Она будет увеличиваться. Еще раз повторюсь, почему мы это делаем. Потому что то, что мы сейчас, если вы все поняли, и хотя бы 15%, 10% из того, что я рассказал, то вы прекрасно понимаете, что когда мы выйдем на СТО и на биржу, то мы с легкостью продадим. Вот говорю, я думаю, что по 35 тысяч надо. То есть я уверен даже, вот на 1000% уверен, с той программой, которую мы делаем. Я посмотрел все ICO-шки, которые есть. Ну не все, но есть вот биржа ICO-шек, да, и все ICO-шки, которые были сделаны, все ICO-шки, которые планировали сделать. Ребят, ни одного проекта даже рядом не стояло. Даже рядом не стояли ни одного проекта, похожего на криптоюнит. А особенно то, что мы делаем в легальном поле. Мы же не закрытый клуб, мы в легальном поле. Мы сейчас заплатили деньги, нас сопровождают, как это все сделать, как получить лицензии, все-все-все. Поэтому, особенно когда я включу еще маркетинговую программу, потому что изначально мы хотели вообще на $1000, чтобы заплати Skyway на 1000, потом заходи сюда. Когда я включу маркетинговую программу, потому что почему вот мы там 650, потом 800, потом 1000. Когда пойдет маркетинговая программа, свободно по 1000 мы получим Skyway, потому что в пирамиду вот входили, мы проанализировали. По 1000, по $3000 люди в пирамиду вкладывали деньги. Значит, есть деньги у людей. А мы даем возможность заработать и эти деньги инвестировать в криптоюнит. Еще будет такая у нас, сразу хочу сказать, предупреждение, и это будет очень сильно наказуемо, что партнеры криптоюнита не имеют права, вообще не будут иметь права обращаться к блогерам, обращаться к инфобизнесменам предложением о криптоюните. Я проанализировал, почему у нас со Skyway многие блогеры всякую хрень пишут. Я просто проанализировал. А их же достают. Вот просто тупо берут и достают. А потом еще говорят, если человек не понимает, о, вы уроды, вы не понимаете, вы, блин, нищие, нищебродами будете, когда мы тут миллионерами станем. Вот так вот блогер. А потом что блогер? Он видос записал, сказал, да, блин, задолбали. Да пирамидосы там самые чистые. Понимаете, да? Так вот, мы не хотим, чтобы это было. Поэтому не имеет права, никто, вы не, скажем, не будет иметь права, вообще, если мы заметим, что вы блогеров и инфобизнесменов закидываете ссылками, так вот, мы это будем запрещать делать. Как вы можете работать с другими блогерами, ну, вообще, выходить в инфопространство? Становитесь какими-то авторами, там, становитесь какими-то ютуберами там, на Инстаграме, создавайте себе подписчиков и уже подписчиков своих информируйте. А то легче всего, знаете, там прийти, сказать, а у меня классное предложение, там, давай иди сюда к нам. А ты говоришь, да ну блин, не надо мне это предложение. Говорит, да ты что, тупой, блин. Так и хочется человека послать и что-нибудь записать. А если у тебя есть ресурс, то естественно запишут. Поэтому не имеете права вообще этого делать.
То есть ваша задача информирование по той строгой технологии, которую мы дадим. А строгая технология это следующее, да, только знакомые, которые у вас есть, да, только людей, которым это интересно, вот эти видео вирусные, которые вот вы видели, да, если человеку интересно, написано, обратитесь к человеку. Но если человек не обращается, нефиг его закидывать. Интересно, да, давай поговорим. Поэтому на мастер-профи, который будет сейчас, там будет новое рандеву, мы подготовили рандеву, как пообщаться, как разговаривать и как вести разговор. Потому что те люди, которые будут нарушать такие вещи, вот я говорю, я по Skyway посмотрел, и самое интересное, потом, знаете, какие неприятные вещи были? Значит, звонит мне с компании, а это у вас со Свиг человек. А я смотрю, у этого человека три ссылки, у него и на РСВ, и на Capital, и на Свиг есть. Ну почему нам говорят, что это ваш человек со Свига достал блогера, а этот блогер потом херню про Skyway там записал, понимаете? Ну, будем убирать это сразу же. И таких людей мы будем наказывать. Поэтому легче всего прийти к тому, у кого есть уже там подписчики, и сказать, о, чувак, давай иди сюда там и так далее. Нет, когда вы можете к нему прийти? Когда вы такой же полноценный автор какого-то канала. У него там, не знаю, там 10 тысяч подписчиков, у вас хотя бы 1000, да, и вы уже говорите, слушай, давай, вот есть такое понятие, обмен базами, да, вот у меня новая база, я занимаюсь вот этими вещами там. Ну, не так, как многие делают сейчас, потому что это я увидел и понял, фигню пишут.